здесь одно довольно такое ходовое место. Вот решила себя попробовать в новом виде видео. Street style. В данном случае мы сидим возле Тронхайм Торг. Это здесь большое такое торговое место. Много магазинов и много разных людей ходят. В общем, чтобы показать некоторым товарищам, что мы всегда по фильмам смотрели, что все эти иностранные фильмы, все сериалы, они все из себя замечательные, красивые, ходят на высоких каблуках, в шляпках, одеваются дорого, богато. И вот обычный вид, обычный день. Сегодня у нас что, среда, по-моему. Вот разные мальчики, разные девочки. Как ходят в Норвегии в обычный день, несмотря на то, что это лето. Распределить как-то людей по туристам и жителям Тронхейма это трудно. Но в целом можно сказать следующее, что одежда практически универсальная. Основная масса ходит в брюках разнообразных, шортах, майки, футболки. Так как сейчас лето, народ предпочитает все-таки более светлые тона. Тетенек, девочек в платьях можно, скажем так, ну, каждая 20-я тетенька в платьишках. Хотя вот три нимфы пошли в платье. Но основная масса все-таки предпочитает брюки. Не могу сказать, не вижу я особо дорогих сумок. Основная масса ходит с рюкзачками или сумочки такие, которые легко перевесить через плечо. Все просто. Может, конечно, я выбрала неправильное место. Ну вот здесь типичный вид норвежцев в обычный день, ничего из себя не представляющий такого сверхординарного. Все очень просто, легко. Детвора вообще, про детвору говорить не буду, тут все радости жизни одновременно, одномоментно. И футбол, и мишки, и капитан Сабльтан. Это такой местный герой, который пират саблей. В общем, как говорится, практически без комментариев. Вот я все снимаю на одном кадре. Ничего не добавляю, ничего не убиваю. Много людей молодых и не очень с наушниками. Вот, по-моему, это первая тетенька в розовых каблучках. Остальные все на плоской подошве. И то у нее такой каблучок чисто минималистичный. Опять же, девочки, кроссовки или очень удобная обувь для передвижения. Все просто. Ну, две барышни в маске. Основные гуляют без. Есть,
конечно, очень интересный представитель. Вот девушка в голубом платьюшке. Очень все элегантно. Пожилая дама. В модном прикиде. Мальчики гуляющие в шортиках. Да-да, мальчики, не девочки же. Не надо смеяться. Вот типичная пара для норвежцев. Он норвег, высокий и большой. Она, по-моему, филиппинка. С собачкой. Опять же, мужичок удобно одетый, с рюкзачком за спиной. Девушка. Сандали замечательные. Опять же, он ребенок в спортивной форме. Платьюшко, платьюшко. Ну, в общей сложности я могу сказать, может, штук 30 платьюшек я на девочках видела. Разновозрастных девочках. Вот. Кстати, вот очень полюбили норвеги вот эти шлепанцы. И вот такие сандали тоже очень любят. На носок, кстати. Поэтому здесь никто не обращает на это внимания. Я понимаю, что это смотрится достаточно смешно, но, кстати, очень удобно. Вот, кстати, вот сороконожка. Сплошные кеды. Кеды, кроссовки, кроссовки, кеды. Ну, такой вариант на все случаи жизни. Кстати, я хочу сказать, что вот если встретить иностранца, их практически моментально заметно. Они значительно более красивее одеваются. Вот такая странная ситуация, потому что, может, как-то... Ну, здесь более либеральные взгляды на моду. Может быть, если бы это был, допустим, Осло, в какой-нибудь Карл Йохан, главная улица, то, может быть, как-то там можно было встретить более нарядных и мужчин, и женщин. Но в целом, вот уже почти 8 минут я показываю. Шорты, майки, простенькие платьюшки. Все это хорошо дышит. Обувь очень удобная, в основном спортивного типа. Много брюк на девушках. И сидит мой недовольный муж. На этом заканчиваю стрит-стайл в городе Тронхайм.